Мытищинском управлении полиции состоялось торжественное открытие вечного огня к мемориальной плите сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. Торжественный митинг открыл начальник управления МВД России Мытищинская, полковник полиции Василий Субботин. Он отметил, что вечный огонь будет символизировать глубокое уважение к сотрудникам, отдавшим свою жизнь при исполнении служебного долга. Вот это наше мероприятие, оно показывает, что наши сотрудники, они также являются солдатами, солдаты, можно сказать, невидимого фронта, но он ничем не менее героичен и не менее опасен. Право включить установку вечного огня было предоставлено оперуполномоченному уголовного розыска отдела полиции по городскому округу Долгопрудный старшему лейтенанту полиции Дмитрию Новикову. 23 декабря 2009 года он вместе с кинологом Сергеем Толстиковым проводил операцию по обезвреживанию вооруженной банды, совершившей 32 разбойных нападения. Сергей Толстиков погиб при исполнении служебного долга. Его имя увековечено на мемориальной плите. Значительное количество людей, чьи имена высечены на мемориальной плите, были ранее в непосредственном подчинении у заместителя главы Мытищинского района Юрия Жигулина, в прошлом заместителя начальника УВД по службе. Для него это мероприятие наиболее значимо. На сооружение того, что мы видим здесь, пришлось потратить не только физические усилия, не только финансовые средства, но еще и частичку души многих и здесь присутствующих, и значительное количество людей, которые отсутствуют. Финансовое обеспечение вот этого всего мероприятия произвели сотрудники Мытищинского УВД. Председатель Совета ветеранов Мытищинского района, участник Великой Отечественной войны, генерал-лейтенант Борис Алексеевич Феофанов, отметил огромный патриотический подвиг сотрудников внутренних дел. Эта доска и эти фамилии будут служить примером для нашей молодежи. И она должна быть использована, как говорится, на 150% для воспитания нашей молодежи. И является, конечно, подспорьем для молодых сотрудников полиции нашего района. Главным инициатором установки вечного огня стал Совет ветеранов Мытищинского УВД во главе с почетным гражданином Мытищинского района, полковником милиции в отставке Вячеславом Ивановичем Тарабриным. Сегодня пришел тот день, когда мы у мемориальной плиты, освещенной вечным огнем, отдаем дань памяти и глубокое уважение нашим товарищам, которые, следуя присяге, погибли при исполнении служебного долга в разные годы, защищая граждан, наше государство, конституционный строй, общественный правопорядок от преступных посягательств и по кому до сих пор плачут матери, вдовы и дети. В память о сотрудниках, погибших при исполнении долга, собравшимися были возложены цветы к мемориальной плите. Надежда Серкизюк, Константин Бондаренко, информационная программа «День».